Здравствуйте, дорогие друзья. Некоторые люди говорят, что моя жизнь очень легка и, в общем-то, все дается без проблем. Ну вот, послушайте. Называется по расписанию. Сегодня тренировка, завтра шоу. Да, расписание, ничего себе. Поверьте мне, я никому другому не пожелал бы, что в моей судьбе. Встаю я очень рано на рассвете. И полный ход вперед через запрет. Мне кажется, на целом белом свете ни у кого такой проблемы нет. Ну вот и все. Рассвет вновь наступает. Что означает, мне пора вставать. Вновь ниоткуда зайчик пробегает. Он тоже очень хочет погулять. Спасибо. Вот такая жизнь у меня. А вы делаете выводы сами. Легко мне или трудно?